Жилой комплект «Русский» – это уникальный проект компании «Alif Estate», который подчеркивает сочетание стилей, эпох и архитектурных направлений. И сегодня я вам покажу настоящую гордость – это историческое здание. Историческая часть является памятником архитектуры 20 века. Доходный дом на Красной был построен в 1913 году и насчитывал 17 крупногабаритных квартир для зажиточных местных жителей. Компания «Alif Estate» вдохновилась историческим прошлым Екатеринослава и решила подарить частичку его былого очарования, но в современной интерпретации. Сейчас наши специалисты активно занимаются восстановлением исторического фасада здания и продолжают работы по устройству кровли. Всего в историческом здании предусмотрено 5 этажей и 64 квартиры. Отличительной особенностью исторической части являются высокие потолки до 3,5 метров. На 4 и 5 этажах находятся эффектные квартиры с просторными террасами и витражными окнами в пол. Учитывая высоту потолков, жилые пространства будут максимально наполнены естественным светом и радовать потрясающим видом. Даже несмотря на невысокую этажность здания, для комфорта жителей предусмотрено 3 высокоскоростных лифта марки «Отис». С нетерпением ждем вас в отделе продаж компании «Alif Estate». С огромным удовольствием проведем вам экскурсию на строительную площадку жилого комплекса «Троицкий».